Шереметьевскому собачьему приюту в добрые руки исполнилось 15 лет. Посетителей питомника, которые регулярно оказывают благотворительную помощь, пригласили на день рождения. В годовщине общественной организации в корпусах, где содержатся животные, провели газ. Заместитель главы администрации Химок Евгений Акуличев отметил, это стало возможным благодаря сотрудничеству Мособлгаза и администрации округа. Совместно, значит, мы данный приют газифицировали. Провели, значит, инженерные коммуникации внутри корпусов, где находятся питомцы. Сейчас все на 100% готово. Прошли мы опрессовку, как и по газу, так и по линии отопления. Спасибо Мособлгазу, да, и, собственно, Дмитрию Ивановичу Волошину. Ранее приюту приходилось оплачивать около 450 тысяч в год за электроэнергию, поскольку обогреватели работали от электричества. Теперь, по словам директора приюта Ирен Беленькой, новая система отопления позволит существенно сократить расходы. Спасибо за помощь, спасибо. На сегодняшний день в Шереметьевском приюте живут около 300 питомцев, которые содержатся за счет пожертвований. Общественная организация расположена по адресу Ленинградское шоссе 370. Предварительно познакомиться с питомцами можно на сайте helpdog.ru. Телефон для связи указан на экране.